Мы часто слышим о различных экологических проблемах нашей планеты. Ученые считают, что может пострадать и сельское хозяйство, земельные ресурсы истощаются. Но оказывается, выход есть. Можно выращивать овощи, фрукты и зелень без почвы в специальном питательном растворе. Такой метод называется гидропонным. Он позволяет сберегать энергоресурсы, экономить воду и занимаемую территорию. Фермы, использующие этот способ, называются вертикальными. Они дают урожай раз в 20 выше, чем кусочек земли такой же площади. Испробовать эту инновационную систему решили и в Пинтонском зоопарке. Управляющий надеется, что вертикальная ферма поможет зоопарку ежегодно экономить около 20 тысяч фунтов стерлингов. Эта система универсальна. Здесь мы зимой без дополнительного света, с минимальным обогревом, высокой влажностью выращиваем урожай. Кто-то говорил, что это невозможно, но, как оказалось, это возможно. Успешные плоды эксперимента с радостью пожинают и обитатели зоопарка. Теперь они могут наслаждаться свежей зеленью круглый год. Очевидно, что это гораздо полезнее для животных. Они получают намного больше питательных веществ, в которых нуждаются. Эта еда свежая, только что собранная, поэтому она, вероятно, вкуснее, чем та, которую давали раньше. Технологии для этой вертикальной фермы разработали канадские и британские специалисты. Покупателей пока не нашлось, но управляющий компанией считает, что это лишь вопрос времени. Я думаю, что это станет основной частью сельского хозяйства на мировом уровне. Это никогда не заменит традиционного способа, да это и не цель. Но есть множество потенциальных рынков, где вертикальное фермерство может иметь успех и может помочь разрешить проблемы недостатка продовольствия. Теперь в Пинтонском зоопарке уже могут не волноваться о нехватке еды. Собственное вертикальное хозяйство не оставит животных голодными.